Южными фруктами и восточными сладостями сегодня угощали в Центральном парке. Накануне столетия Республики Азербайджан национальная автономия в Новосибирске устроила праздник. Посетители парка смогли согреться чаем из больших самоваров и отведать горячий плов. От казахского или грузинского он отличается обилием сухофруктов и тем, что ингредиенты готовят по отдельности и смешивают в тарелке. В Новосибирске проживают более 70 тысяч азербайджанцев. В основном они работают в строительстве и торговле. Представители национальной автономии отмечают, с новосибирцами их роднит открытость и дружелюбность. Я вообще первый раз, когда приехала, мне было очень скучно. Я думала, что, наверное, я здесь не смогу. Но когда я уже поехала к себе на родину на лето, к морю, я там почувствовала, что я уже скучаю по этому городу. И решилась остаться здесь. Но погода вот как-то совсем не южная у нас. Да, кстати. Ну, адаптируемся. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.